Правда ли, что Laimon Fresh лучше обычной химической газировки? Мы проведем испытания в самых суровых условиях – на Северном полюсе. Сразу же по прибытию ученые обнаружили, что все запасы Laimon Fresh замерзли, в то время как химическая газировка сохраняет жидкое состояние даже при минус 70 градусах. И пока одна половина нашей экспедиции пыталась разморозить Laimon Fresh, вторая обнаружила, что химическую газировку можно использовать вместо топлива в генераторах. Более того, ее запах отпугивал медведей. 3 дня спустя наша группа была застигнута врасплох бураном. Но, к счастью, тела наших исследователей приобрели здоровое радиоактивное свечение благодаря постоянному употреблению химической газировки и были легко заметны для спутников. Воистину, химическая газировка может все.